Это телеканал «Тверь». Сегодня в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Прошу вас не обращать внимания на мою прическу. Чрезвычайно ветрено, но тем не менее. Начну с российских новостей. Президент Путин сегодня говорил добрые слова в адрес паралимпийцев, которые отправляются на свои соревнования в Лондон. В нашей команде примерно 160 участников. Это спортсмены, их тренеры и, конечно же, врачи. И вот что сказал президент на встрече с нашими героями в Кремле. Выступить на главных соревнованиях – заветная мечта и большая честь для каждого спортсмена. И очевидно, что борьба развернется нешуточная. Конкуренция будет жесткой. Уверен, что все, кто собрался в этом зале, к этой борьбе готовы. Поддержка паралимпийского спорта – это неотъемлемая часть нашей общей большой работы по решению проблем граждан с ограничениями по здоровью, по созданию действительно комфортной, доступной, безбарьерной среды для полноценной жизни, для развития личностного, творческого потенциала. Убежден, что задача интенсивного развития паралимпийского движения имеет колоссальное значение. Еще о празднике грядущем. День государственного флага на носу. По этому поводу у нас в городе открылась специальная экспозиция. Ее посмотрела Евгения Щетинина. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве был впервые поднят российский трехцветный флаг, сменивший эпоху серпа и молота. С тех пор более 20 лет этот день россияне обозначают как День государственного флага. История возникновения бело-сине-красного полотна корнями уходит во вторую половину 17 века, а триколор выражает свободу, Богородицу и державность русского народа. Такие подробности должен знать каждый, кто считает себя истинным патриотом. Заполнить подробности. Подобные пробелы в образовании поможет библиотека имени Горького. Все имеющиеся здесь книги об истории государственных символов, флаги, гербе и гимне собрали в выставку «Символика России сквозь века». Выставка приурочена ко дню российского герба и флага, отражает историю возникновения российского герба и флага в нашей стране. Выставка также знакомит читателя со становлением геральдики в целом, от истоков ее возникновения до состояния геральдической службы в наши дни. Также отражает историю возникновения тверского герба и флага. Помимо всех изменений, веками происходящих с государственной символикой, на экспозиции также можно познакомиться с историей возникновения тверской геральдики. Официальная хроника. Андрей Шевелев нынче объезжает город. Материал об этом завтра. А сейчас о том, как Андрей Шевелев посетил очередной тверской завод. Предприятие появилось 4 года назад на месте развалившегося ранее завода. Сегодня это одно из самых передовых и динамично развивающихся производств. Выпускаемые здесь силовые кабели обеспечивают работу Московского и Санкт-Петербургского метро, ряда атомных электростанций. Продукция реализуется не только в России, но и за рубежом. Запуск новой линии позволит увеличить объемы производства в 1,5 раза и расширить ассортимент изделий. Запуск новой линии дает возможность увеличить нашу продукцию и предложить клиентам, то есть мы увеличиваем сечение, соответственно, мы увеличим целую линейку продукции. Это даже те позиции, которые мы уже делали, но на сегодняшний день минимальными сечениями, то есть 300 квадрат, далее у нас будет 1200 мм квадрат. Предприятие успешно справляется с решением социальных задач. Здесь создано более 200 новых рабочих мест, зарплаты, которые превышают среднюю по Твери почти на треть. Сотрудникам предоставляется дополнительный соцпакет. ОАО «Тверьэнергокабель» честно платит налоги. За 1,5 года перечислены бюджеты разных уровней 86 миллионов рублей. После осмотра производства и нажатия символической кнопки запуска новой линии губернатор отметил, что данное предприятие уже пользуется мерами областной поддержки и может рассчитывать на это впредь. Это и прошлый год, когда мы выполнили свои обязательства, когда компенсировали процентную ставку по кредитам предприятию. Сейчас документы находятся в предприятии на компенсацию налога на прибыль, налога на имущество. Кроме этого, областная власть и руководство предприятия планируют совместно решать проблему подготовки кадров. Есть проблемы, которые мы можем решать вместе, а это как раз тот вопрос, когда подготовка кадров среднего звена на территории Твери. Мы можем это сейчас сделать, и мы договорились, что мы вместе будем думать, как
на базе наших средних специальных учебных заведений готовить специалистов и для предприятий, в частности, Тверька. Один из важнейших вопросов деятельности предприятия связан с работой котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой жителей поселка Элеватор. Проблема возникла из-за накопившегося долга теплосетевых компаний перед Тверэнергокабелем. Этой теме было посвящено совещание, которое губернатор провел с участием генерального директора завода Дениса Золотова и главы администрации Твери Валерия Павлова прямо на предприятии. Результатом встречи стала договоренность с руководством города о решении вопросов для своевременного вхождения поселка Элеватор в отопительный сезон. Еще о насущном. 1 сентября еще не наступило, но уже заставляет родителей и школьников мелко вздрагивать при походе на школьную ярмарку. Ярмарка «Все для школы» уже не первый год открывается в Твери в преддверии Дня знаний. Традиционным местом дислокации школьной формы, дневников и ранцев стала площадь у фонтана в центре города. Народ, я думаю, что знает нас и уже не первый год пользуется услугами именно вот того, что вот происходит здесь на ярмарке. То есть здесь можно купить и канцтовары, то есть полностью собрать ребенка по канцтоварам в школу. Можно купить также рюкзаки, подобрать верхнюю одежду, то есть там идет и брюки, и нарядная школьная форма. Чтобы блистать на линейке 1 сентября, готовиться к празднику нужно уже сейчас. Школьная экипировка – удовольствие не дешевое. Обойтись малой кровью и уложиться в бюджет – настоящее мастерство для родителей. Ярмарка есть, ярмарка такой же, как рынок, то есть делают скидочку, как правило. То есть на скидку можно рассчитывать. То есть еще одно хорошо, не надо никуда ездить, ничего, все в одном месте купили и проблем нету. Самой дорогой покупкой для родителей станет, пожалуй, школьная форма. Костюм для девочки от 2,5 до 3000 рублей. А здесь головы до ног мальчика можно за 2000. Общая тетрадь обойдется в сумму от 18 до 35 рублей. Дневник от 25 до 250 рублей. Средняя стоимость школьного ранца – 1500 рублей. Главный атрибут первоклашек – нарядные белые банты – обойдутся в сумму до 130 рублей. Ярмарка работает ежедневно до 31 августа с 10 часов утра и до 7 вечера. Теперь о празднике, который был в воскресенье, Ураза-байрам. Впервые на этот праздник пригласили и тверских журналистов. Пережить священный месяц Рамадан – непростое испытание для мусульман. Все это время верующие обязаны держать строгий пост, не есть и не пить от рассвета до заката, не сквернословить и руководствоваться лишь благими намерениями. Но рано или поздно Рамадан заканчивается и наступает праздник, считающийся одним из главных дней исламского календаря. Ураза-байрам или праздник разговения по традиции начинается с молитвы или намаза, как говорят мусульмане. Праздник Ураза-байрам – окончание Великого Поста, когда все мусульмане собираются вместе. Это такой праздник по окончанию поста, когда весь месяц люди держали пост, когда заходит солнце, когда от рассвета до заката, в общем. Тверская мечеть уже давно перестала вмещать представителей ислама, желающих помолиться в священный день. Поэтому на этот раз праздник перенесли в большие перемерки. Все время данный праздник проходил на территории мечети. Но, как вы видите, такое огромное количество людей в мечети не уместить. И, слава Аллаху, то есть нам выделили в этом году данное место, мы тут провели, все рады, я думаю, все довольны, все поместились. Всего на праздник приехало около 3000 мусульман. Однако не все желающие сумели подоспеть вовремя. Начало молитвы пришлось на 8:30 утра. Мы с Торжка приехали, опоздали чуть-чуть на праздник. Дорогу и время спутали, видимо, неправильно нам сообщили. Вот сейчас ждем кого-то увидеть своих. Мы сами из Дагестана. По окончании намаза всех верующих ждал ароматный плов. Огромный казан за считанные минуты опустел. Первыми угощали женщин и детей. На этом традиционное празднование не закончилось. В этот день собиралась обязательная милостыня, и все, что удалось накопить за сутки, отдадут нуждающимся. Для детей же в праздник Ураза-байрам были организованы соревнования по пейнтболу, стрельбе из лука и борьбе. Последнее зрелище собрало немало зрителей. Это просто деньги будет перечислять. Приверженцам ислама в Ураза-байрам делить нечего. Азербайджанцы, узбеки, татары – в священный день это единый народ с неделимыми обычаями и культурой. Поздравляю всех мусульман со всего мира. Желаю счастья, здоровья всем. Это наш самый дорогой праздник Ураза-байрам. Сегодня завершение нашего поста.
Еще раз желаю всем здоровья, счастья. Всегда были такие дружными. Тверские поисковики опять отличились. Августовская вахта памяти подходит к завершению. Из наиболее интересных и значимых находок – обломки самолета «Хенкель-111». Об этом сейчас коротко. Наша съемочная группа только что вернулась из Тверских лесов, поэтому в ближайшие два дня смотрите полный отчет об этой экспедиции. В Тверской области бойцы сразу нескольких поисковых отрядов поднимают из земли останки немецкого бомбардировщика «Хенкель-111». Первоначально предполагалось, что в этом месте лежит советский истребитель, однако уже в самом начале раскопок стало понятно, что самолет не наш. Самолет полностью разрушен, при ударе о землю он загорелся и взорвался. Произошло это, предположительно, осенью-зимой 41-42 годов в ходе боев на Ржевско-Вяземском направлении. По утверждению поисковиков, самолет мог сбить тот самый советский истребитель, который покоится в земле где-то рядом. Среди обломков самолета обнаружены фрагменты с бортовыми номерами. Также найдены маркировочные таблички с серийными номерами приборов. Экипаж, скорее всего, сгорел заживо. К другим темам. Дети сегодня учились старинному японскому ремеслу. Какому? В репортаже Анны Шевчук. Буквально через 10 минут без использования клея и ножниц простой лист бумаги превратится вот в такого журавлика. Это одна из самых сложных и узнаваемых фигур в древнем японском искусстве бумагосложения. Но овладеть мастерством может любой желающий. С самого начала надо собирать один круг, потом второй надо так. Если большую фигурку делать, надо большие модули. Надо где-то 7-8. Кругов таких сделать. Если маленький, тогда 9 надо сделать. Потом надо его собирать крылья, хвостик и шею. Самое сложное в искусстве оригами – усидеть на месте. Порой на создание одного такого шедевра уходит несколько дней. Очень зрелищно, доступно и, в общем-то, просто. Проводим мы по заявкам, как правило. Причем приходят не только групповые занятия, приходят, обращаются и вот люди, которые просто так случайно зашли. Причем абсолютно разного возраста. Всем обычно нравится. Занятие это развивает аккуратность, усидчивость и, я бы даже сказала, успокаивает нервную систему. Уроки оригами с каждой недели становятся все популярнее. На занятия к Антонине Виноградовой приходят целыми группами. Сама она обзавелась новым хобби совершенно случайно. Мне поставили выставку в план, и надо как-то ее украсить. Ну и посмотрела в интернете, сейчас, слава богу, все как бы, пожалуйста, две кнопки нажал, и все на картинке высветилось. И, в общем-то, поскольку там все это действительно очень просто, я подумала, почему бы нам вот как бы и как бы так увлеклась. Дома перед сном соберу что-то, принесу на работу, всем понравилось. И это так образовалось абсолютно случайно, спонтанно, может сказать, эта выставка. Уже через полчаса все ученики с головой ушли в процесс. Оригами – штука захватывающая. У всех все получилось. У каждого, да? Молодцы. Теперь вот этот вот угол, треугольник точнее, мы закладываем вот до того момента, где у нас начинаются эти крылышки. Приятно, говорят организаторы мастер-класса, что даже в эру айфонов и плейстейшенов детей увлекают бумажные поделки. Я хотела сделать для друзей таких много. Для класса, для учителя. Из какой-нибудь бумаги цветной. Древняя японская легенда гласит, если сделать 1000 таких бумажных журавлей, то исполнится любое желание. Самое главное – собраться силами и запастись терпением. Еще о необычном. Евгения Щетинина тут понаблюдала за футбольным матчем. Наблюдала недолго, поэтому об этом коротко. Свои спортивные навыки на днях продемонстрировали управленцы. Товарищеский футбольный матч в физкультурном комплексе имени Султана Ахмерова собрал в прошедшую пятницу необычную аудиторию. Команда в белых футболках – правительство Тверской области. Команда в синих футболках – выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров региона. Несмотря на позднее начало турнира, 6 вечера, желающих проследить за этой игрой оказалось достаточно. Непрофессиональные игроки показали неплохую игру, правда, совсем не свойственным для футбола счетом 9-6. Неоспоримое лидерство закрепилось за командой участников президентской программы.
Еще о спорте, но уже подробнее. О первенстве Твери по парусным гонкам. Забегая вперед, скажу, что все основные призы увезли яхтсмены из Конаково. Третий раз в нашем городе проводится ежегодное первенство по парусному спорту. Это стало возможным благодаря тому, что в школе гребли открылось отделение парусов. В 2012 году количество классов, в которых принимают участие яхты, увеличилось. Новыми стали навигатор 300 и кадет. В данный момент парусный спорт не очень как бы ценится, но в принципе это популярный и дорогой спорт. Волга, да, мы все волжане, вот. Очень интересно, нравится обед проходить. Парусный спорт развивает интеллект и волю человека. Спортсмен должен замечать погоду, изменение направления ветра и следить за соперниками. Также идет развитие физическое, так как приходится постоянно посещать тренажерный зал и бассейн. Вот в последнее время очень много уделяется парусному спорту. Проводится довольно-таки много соревнований, практически каждые 2 недели. Поэтому, я думаю, перспективы хорошие. Победители первенства города в каждом из 5 классов награждены кубками. Спортсмены, которые заняли 2-е и 3-е места, получили медали. Однако это первенство еще не последняя регата. Финальный выход в акваторию ожидает нас в сентябре в честь закрытия сезона. Теперь про бесплатные объятия. Сегодня они происходили по всему городу. Воистину чудные дела творятся в Твери. За 3 года существования акции она уже успела стать традиционной для тверской молодежи. В этом году за бесплатными объятиями пришли около 150 жителей Твери. Чтобы собрать как можно больше народу, было организовано 4 точки сбора во всех районах нашего города. Таким образом мы хотим подарить радость людям, потому что в эти унылые будни все хоть и загружены такие, вот, и мы решили как-то их обрадовать. Реакция у прохожих, которых участники флешмоба обнимали по пути, была неоднозначная. Некоторые удивлялись, смеялись и радовались, но были и те, кто испытывал неприязнь к происходящему. К счастью, последних оказалось меньше. В этой акции может поучаствовать абсолютно любой человек, от мала до велика, как говорится. Эта акция просто на взаимодействие, на теплоту, на позитив. Мы дарим людям радость, им приятно как-то разбавить вот эти вот дождливые будни, которые у нас в Твери, вот таким вот теплом. Эта акция актуальна не только у нас в городе, но и во всем мире. С каждым годом те, кто желает присоединиться, становится все больше. Многие пришли на акцию впервые, но были и те, кто не пропустил ни одного флешмоба бесплатных объятий. Мне кажется, в жизни города должны быть подобные мероприятия как можно чаще, потому что это весело, это необычно, и чем больше подобных мероприятий, тем веселее живет город. Что запоминающего было, наверное, это когда видишь счастливые лица, когда люди подходят к тебе на улице, улыбаются и обнимают тебя. А запоминающе, ну, эта акция очень классная, вообще поднимает настроение. Считаю, побольше бы таких акций связано с позитивом. И в завершении программы о том, как развлекаются жители северной столицы. Теперь вот они свои разводные мосты используют в качестве огромных киноэкранов. Смотрите без комментариев. На этом все. Завтра мы снова встретимся. Удачи!